Всем привет, меня зовут Анастасия, рада вас всех видеть на своем канале. Сейчас мы находимся в одном очень интересном и старинном городочке на Ейском побережье. Называется он Алыч-Аты, находится в Чешме. Здесь находится сама цитадель финансово успешных людей. Здесь живут очень богатые люди. Аура просто потрясающая. Сначала сейчас мы пойдем погуляемся по старинным местам, по этим домикам, по кафешкам. А в конце видео мы с вами пойдем на море. Оставайтесь с нами. Вот это все сделано из стекла. Дизайнерские работы, брендовые. Начали свою прогулку мы по центру Алыч-Аты, по местам для туристов. Здесь очень много дизайнерских магазинов, брендовых, как вещей, так и посуды и всего прочего. Здесь настолько потрясающе, настолько красиво все сделано, все для туристов. А здесь можно встретить туристов, которые говорят на английском, на немецком, на французском. Я сама лично видела и слышала. Но я здесь не встречала ни одного человека, одну девушку я только встретила, говорящую на русском языке, и то по телефону. А так, чтобы туристов, я здесь не встречала. Выглядывают жирафы из окон. Наверх смотри, пройдем наверх. Маймун есть там, смотри. Здесь мы возьмем мороженка. Это мороженое Сакызлы Дамла. Сакызлы это в Турции оно делается очень с древних времен. Специфика в этом мороженое в том, что она очень твердая и тянется как жвачка, очень тянучая. Вот такое мороженка. Один шарик 10 лир. Если хотите вот с этими штучками шоколадными, то будет 20 лир. Не могла вам не снять этот ресторанчик, очень красивый, необычный. Такие старые штучки всякие там. Я специально не стала вставлять постороннюю музыку в видео, а хотела передать вам живой звук и живую атмосферу, ту, которую мы почувствовали. Вот так, как это называется? Аденеону? Йенген кумру называется. Очень тоже знаменитая уличная еда в Турции. Здесь колбаска, сырочек, в общем. Несколько видов колбаски здесь, и сырочек, и все такое. Очень вкусная вещь. Стоит она 60 лир. Мы здесь гуляли целый день, прошли все, что можно, не можно. Но я, к сожалению, могу вам передать это совсем маленькое видео, совсем маленький кусочек эмоций. Раньше здесь была обычная деревня, ничем не примечательная, но в последнее время, особенно в последние годы, очень набирает популярность.
Сезон в Чечне начинается в июне, в августе. Здесь просто не протолкнуться. Сейчас у нас начало сентября, но народу, опять же, не меньше, чем в сезон. Жара неимоверная, очень жарко. Это знаменитая старинная мельница, но сейчас она, к сожалению, не работает. Сделали просто под вид кафе. А это знаменитый туршиджи здесь. Вот каких только здесь нету консервов. Солений. И чеснок маринованный, и бамья маринованная. Чего только нет. А сейчас мы пришли в другую кафешку, будем десерты кушать и все такое. Здесь прямо на улице стоит ценник. Такие всякие вкусняшки здесь продаются. Это турецкая кухня. Это у нас салатики соленья. Очень вкусные, обожаю турецкие соленья. Это керевиз, тоже маринованный. Это шашлычки уже. Это у нас десерты молочные. Если хотите приготовить сутлач, точно такой же, как в ресторане, под видео оставлю ссылочку. Вот такой здесь аккуратный, чистый ресторанчик. Очень советую, если будете в Чечне, обязательно заходите сюда. Очень все аккуратно, очень все чисто. И причем разрешили нам снять видео. Здесь напиточки. Здесь декорчик тоже, соленья всякие. Я себе заказала кюнефе. Такая вкуснятинка. Здесь внутри находится кошарный. Сейчас мы уже приехали в сам Чечме. Это там, где живет элита. Здесь у всех только частные дома. Мы сейчас идем к морю. Вот такие, у каждого есть свой домик с такими потрясающими видами. Я обзавидовалась, честно скажу вам. Вот такие дворики у всех ухоженные. Скажу вам по секрету, мы с мужем тоже мечтаем купить здесь домик. Чтобы приобрести здесь недвижимость, это цены просто нереальные. А здесь в день, чтобы снять виллу себе такую средненькую, например, на семью, меньше 5000 лир нету. От 5000 выше есть 12 тысяч в сутки, 15 тысяч. В общем, кто на сколько гораст. Те, кто за мной давно наблюдает, знают, у меня муж риэлтор, профессионал своего дела. И купить в Чечне какой-нибудь задрыпанный домик стоит от 250 тысяч долларов. А хорошую виллу, большой дом с очень маленьким участком от 400-500 тысяч долларов. Мы пришли на местный пляж. Здесь сезон закончился. Посмотрите, это он так называется, закончился. Не продохнуть. Посмотрите, напоминает мне Китай. Это море считается местными Мальдивами. Здесь песок белого цвета. Не знаю, вам здесь видно, нет. Белый-белый. Мелкий-мелкий. Как сахарная пудра. И море голубое-голубое. Надеюсь, вам видно здесь. Потрясающее море. Теплое-теплое. Смотрите, какая водичка. Так.
Приехали мы отлично, все было супер. Вам того же желаю. Приезжайте и отдыхайте. Если вам было полезно это видео, обязательно поставьте лайки, обязательно подпишитесь на канал.